Тот, кто открывает взор, открывает его для того, чтобы раскрыть Творца. Наука Каббала предназначена для этого, для раскрытия Творца творением в этом мире. И Творец раскрывается внутри Кли. Кли для раскрытия Творца — это желание, которое находится в соответствии свойств с Высшим, по закону соответствия свойств. Желание, подобное Творцу. Желание Творца — это любить и отдавать. Сила любви, сила отдачи, доброе, дающее добро. Как нам достичь такого инструмента, такого кли отдачи, любви, если мы объединяемся между собой именно со всеми нашими эгоистическими силами каждого из нас, когда вопреки этому эгоизму выстраиваем сеть связи между нами, которая является относительно каждого силой любви и отдачи. Как нам сделать это, если каждый из нас является всего лишь маленьким эгоистом? Мы читаем книгу «Зор», где говорится о различных состояниях, в которых мы находимся в доброй связи и желаем, устремляемся к тому, чтобы это осуществилось между нами. И тогда на нас исходит впечатление из этих состояний, они уже существуют, и оттуда мы получаем впечатление, вдохновление, это воздействие из будущих наших состояний на настоящее называется Ормакиф, окружающий свет. Свет, возвращающий нас к источнику. И тогда по формуле «создал я злое начало и создал приправу для исправления его», мы возвращаемся к добру, к доброму, дающему добро, и раскрываем его, доброго и дающего, наш корень.